символизирует верность служебному долгу и личную ответственность за выполнение задач, поставленных руководством страны перед стражами правопорядка. В культурно-деловом центре «Арктика» состоялась торжественная церемония крепления к древку полотнища нового знамени МВД России по Ненецкому автономному округу. Подробности у Ирины Цепитовой. В истории немало примеров того, как знамена вдохновляли бойцов на подвиги. Их спасали в бою часто ценой своей жизни, как символ чести, доблести и славы. 12 июня 2012 года пришло время учредить новое знамя МВД России. Торжественный ритуал прибивки полотнища знамени к древку состоялся уже во многих регионах страны. Сегодня церемония прошла и в Нарьян-Маре. Почетное право вбить первый гвоздь предоставили начальнику МВД России по Ненецкому округу, полковнику полиции Олегу Ильиных. Крепление полотнища продолжили кадеты и лучшие сотрудники в звании от сержанта до полковника. Последний гвоздь вбил заместитель председателя Совета ветеранов УМВД, капитан милиции в отставке Игорь Петунин. Именно он передал готовое знамя знаменщику, который в соответствии с ритуалом предъявил его к осмотру всем участникам торжества. Кстати, это знамя прибыло в Нарьян-Мар из столицы России. Процесс передачи святыни, как и прибивка полотнища к древку, стал тоже своего рода традицией. Один из руководителей ведомства был приглашен за ним в Москву. Прибыли в установленное время, положенное время, получили, согласно приказу министра, и знамя, и древко. Сейчас вот вы видели, что мы прибили знамя к древку. Это первая часть, первый этап. Ну а второй этап, о котором я уже сказал, будет происходить, скорее всего, весной. На весну следующего года запланировано прибытие представителя Министерства внутренних дел России в Нарьян-Мар. В их присутствии состоится официальная передача знамени Управлению внутренних дел по Ненецкому округу. Ирина Цепитова, Роман Делимарский, Игорь Рочев, телеканал «Север».